целях защиты трудовых прав граждан ответственным управлением с начала года проведено более 100 проверок. 45 работодателям, нарушившим закон, были выданы предписания и наложены штрафы на общую сумму более чем на 10 миллионов тенге. О работе ведомства расскажем в следующем сюжете. В прошлом году инспекцией труда было проведено более 400 проверок ряда предприятий региона. В результате выявлено около 600 нарушений. Было наложено 130 административных штрафов на общую сумму 25 миллионов тенге. На сегодняшний день по итогам 5 месяцев 2024 года по области 31 несчастных случаев было зарегистрировано. Из них 4 смертельным исходом. В отношении было сформировано и направлено по 31 работодателю материалы в органы, правоохранительные органы для принятия дальнейшего процессуального решения. Также зафиксированы 104 нарушения прав работников. На предприятие наложены штрафы в размере 10 миллионов тенге. Осуществляется контроль по обращениям граждан, где не соблюдаются права работников со стороны работодателей. То есть работодатели бывают ущемляют права в заработной плате, в увольнении или поощрительных мерах. Поэтому граждане вправе обратиться в наше учреждение. На основании обращения граждан нами проводятся внеплановые проверки. К слову, по сравнению с прошлым годом, количество нарушений со стороны работодателей уменьшилось, что является положительным результатом работы управления. Зинара Абдуалиева, Самат Каликенов, телеканал Актуве.